Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петя. И сегодня мы с Рексом, гуляючи по лесу, наткнулись на поваленную елку, и на ней были вот такие шишечки. Я так посмотрел, вдруг мне пришла в голову одна идейка. Я подумал, что в принципе эти чешуйки, вот они, да, это почти готовая черепица. Да не почти, а готовая. Поэтому я сегодня затеял начать строительство домика с черепицы. И если хотите, пожалуйста, можете следовать за мной. Thank you.
Так, ну вот итог нашей эпопеи. Здесь около 8 шишек и около 500 чешуек. Но зато выглядит очень так это импозантненько. Да? Теперь осталось придумать, из чего сделать стены. Я решил тут применить картон в этот раз, потому что, ну, трудно, это из фанеры пилить, затратно и трудно, и долго. Поэтому картон для этих целей, я думаю, вполне, ну, подходит. Дальше, на следующий день, то есть завтра, я попробую каким-то образом оформить стены. Ну и там много чего будет в этом доме, и окошки, и дверцы будут, вот такие там какие-то резные будут, наверное, дверцы. Еще не знаю, выхлопную трубу сделаю, то есть просто здесь трубу. То есть у меня на этот домик большие перспективы. Так что оставайтесь с нами, посмотрите, как это будет дальше развиваться. А до тех пор, пока.